здесь совершенно правильно определили меня как человека, более полувека учившийся здесь и преподающим китайский язык. Но меня вызывают сюда, на эту сцену, по традиции, для вполне определенных целей. Я считаю, что мы, востоковеды, должны быть в течение всей своей жизни благодарны тем, кто дорогу прокладывал. Говорят, побеждали идущие в свет. Но мы не должны забывать тех, кто пришел сюда и приехал из далекого Санкт-Петербурга в конце XIX века, и братьев Позднеевых, и, конечно же, Подставина, и Спальнина, и Цыбикова, и Рудакова, и многих-многих других, и тех, кто положил головы свои за великое дело развития нашей страны и развития отношений с нашими странами-соседями в 30-х годах. И Харский, и Гребенщиков, и многие другие. Мы не должны забывать своих первых учителей,